Вот. Поэтому, Вась, вот тебе весь расклад. Как оно будет, одному Богу известно. Ну, я тебе прямо текст говорю. Чего хотят русские? Не будет никаких переговоров. И то, что мы не идем с ними на переговоры, наверное, тоже правильно. Потому что пойти на переговоры с русскими, это, ну, это капитуляция. А русские прямо сказали, другого тоже не будет. Не будем ничем. То есть, а нету выхода уже. А нету. Вас, все, не надо. Вы меня спрашивали год назад, как выйти. Полтора года назад я вам говорил, как выйти. Год назад я говорил, как выйти. Полгода назад я говорил, как выйти. А сейчас никак. Никак. Ну, в Канаду выйдете, я не знаю, куда. Никак, нет больше вариантов. Все. А после 20 мая их вообще не будет. В принципе.